самое сильное, свежее впечатление от сегодняшней именно встречи с комплектом – это его такой кипучий, жизнерадостный, такой весенний характер. Вот. Но удивление, что осенняя песня, ну прямо эта сказка, она меняет представление об осени, расширяет его и становится вдруг понятным, что осень – это не время каких-то там рефлексии и уныний, а осень – это вдохновение для новой деятельности, это новый этап в жизни, новый этап зрелости, новый этап такой вдохновенной отдачи. Вот. Поэтому у меня ощущение такой, знаете, песни как призыва к деятельности, как призыва такого вдохновенного, счастливого и дружеского очень. Ощущение такое от приложения, от составляющих комплекта, и что это именно такие дополнительные дверцы, что ли, к содержанию песни. И когда песня уже горячо любима, когда песня живет в сердце, то, конечно, встреча с каждой составляющей комплекта, она позволяет увидеть новые грани, нырнуть в новые глубины содержания. И вот об этом, в общем-то, и замечталось.